Привет, привет, добрый день, дорогие друзья. Сегодня я нахожусь на Новодевичьем кладбище у могилы Сергея Бондарчука и Ирины Скопцевой. Сегодня день смерти. Умерли они в один день с разницей 26 лет. 20 октября. Сергей Бондарчук, великий кинорежиссер «Война и мир» и многие-многие другие фильмы. Обладатель премии «Оскар». Так вот, могила. Две гвоздики. Не знаю, вот при мне никого больше не было, только я был один на могиле. Вы не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока, удачи!